этому событию Мария Ежова шла давно. Ее приняли в ряды членов «Единой России» и торжественно вручили удостоверение. С 16 года она стала сторонником партии и всегда занимала активную жизненную позицию. Это наша сильная сторона, что касается меня, потому что и коллективы мои молодые, активные, и дети в школе активное участие принимают в волонтерстве. То есть и я как пример. Всего в нашем округе 179 первичных отделений партии, которые располагаются на 173 участках. С отчетом о проделанной работе партии в муниципалитете выступил секретарь местного отделения Андрей Иванов. Работа с населением – одна из главных составляющих партийной деятельности. Вопросы поступают во всех сферах. ЖКХ и благоустройство – это 35% от общего количества приемов и обращений. Социальное обеспечение – 15%, образование, спорт и культура – 15%, транспорт и дороги – порядка 10%, здравоохранение – 5%, и на остальное – порядка 20%. 69% из этих обращений решено положительно. Сейчас единороссы продолжат отвечать на запросы избирателей в ходе личных встреч и контролировать ход выполнения наказов. В округе успешно реализуются 13 федеральных, 1 региональный и 2 муниципальных партийных проекта. В этом году проведено более 200 масштабных мероприятий. Одинцовские депутаты единороссы активно участвуют в патриотических, культурно-массовых и спортивных событиях. Проводят работу в рамках поддержки СВО. Оказание помощи и сопровождение семей мобилизованных. Встреча с жителями по разъяснению вопросов, связанных с проведением специальной военной операции. Помощь в организации гуманитарных миссий. В завершении конференции делегаты, всего 186 человек, провели тайное голосование, итогом которого стало изменение состава политического совета местного отделения партии. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».